Переносная палатка разбита прямо между двухполосным движением на трассе Шымкент-Ташкент. Промоход был тщательно продуман сотрудниками инспекции транспортного контроля. Приемная на дороге в прямом смысле должна заставить водителей остановиться, чтобы узнать о новых поправках в законе о дорожном движении, получить отзывы на волнующие вопросы, да и просто услышать пожелания счастливого пути. Объясняй, но проверяй. Организаторы акции не только информируют, но и проверяют тех, кто за рулем на предмет нарушений. Так водители многотонных машин решили проверить на перегруз. За все, что выше нормы, водителю или владельцу компании, на которую работает шофер, придется заплатить большой штраф. Водители больших грузов перегружают свои транспортные средства, уничтожают асфальт. Покрытие просто-напросто не выдерживает таких нагрузок. Мы прежде всего хотим напомнить водителям о безопасности, чтобы дороги общего пользования, трассы республиканского значения, служили нам дольше. За час работы акции были выявлены несколько нарушений. Водитель цементовоза долго отказывался взвесить свое транспортное средство, утверждая, что у него все в полном порядке. Я 10 лет за рулем и никогда не видел такой акции. Не хочу я взвешивать машину. Как оказалось, отказывался водитель не зря. Контрольное взвешивание на электронных весах показало перегруз почти в 2 раза. Вес вашего транспортного средства не должен превышать 16 тонн, а у вас 31. Смотрите. Незавидная участь постигла и второй цементовоз. Он превысил норму почти на 20 тонн. Придется заплатить штраф, и не маленький. В таких вопиющих случаях он может превышать 1 000 000 тенге. Сотрудники инспекции транспортного контроля напоминают, что акция не разовая. Подобные рейды будут проводиться ежеквартально. Анастасия Новикова, Талгат Абдинабиев, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «ЮТРАР».